Привет, я Брук Берг, и я исполняю роль Рэйчел Теллер в игре Need for Speed Underground 2. Мне было очень интересно играть гонщицу, но в реальной жизни я осторожна и внимательно вожу машину. Надеюсь, вы все разумные люди, не забывайте пристегивать ремни безопасности и соблюдать правила дорожного движения. Приятель, тебе там понравится. Какая-то девица рвет там всех вдоль и поперек. Не думаю, чтобы кому-нибудь удалось порвать тебя. Окей, все идет по плану. Появилась только одна маленькая проблема. Что ты захочешь развеяться и сменить обстановку. В боевью свяжись с моей подружкой Рэйчел. Она молоток. Обещала дать тачку взаймы. Поставит в аэропорту. Машинка ее детище, храни ее, как зеницу ока. Все. Удачи, увидимся. Саманта. Привет из Бэйвью. Never know what you can afford. Not the rack you're trying to collect.
автоответчик, он же служба моментальных сообщений, сокращенно СМС. Чтоб ты не парился, я сразу настроила его как для новичка. Читай инструкцию и сам с ним разбирайся. Разберись с мини-картой. Город у нас, знаешь ли, большой, потеряться здесь легко. Все, мне нужна моя тачка. Пригони ее к автосалону. По карте найдешь? Деньги сами идут в руки. Неподалеку собралась кучка логов, типа устроит гонки. Погнали, пощиплем этих козлов. Салют, Рэйчел, ты где бродишь? Говорят, в районе Форт Юнион какая-то каша заварилась. Точно место сказать не могу, но думаю, найдешь. Двигай туда, разведай, что к чему и как. Давай, удачи, отбой. Связываться.
с лошадкой Рэйчел. Не думаю, что тебе это удастся. Давай деньги и увидимся на финише. We'll be right back.
быстрее, еще быстрее! И не пытайся гонять. Все, лавочка закрыта. Жду. Куда гонял мою тачку, а? Надеюсь, ты ее не поцарапал? Сэм говорит, что ты гонщик. Так заведи свою тачку. Пора раскошелиться. Ну, до связи. О, еще забыла сказать. Саманта звонила. Она же выцарапала твою страховку. За такие бабки ты тут любую лошадку оседлаешь. Не буду мешать. Отбой. Своя тачка, так что гоним в гараж. Хватит кружить по городу. Все равно сегодня ничего интересного. Давай, я долго ждать не буду. По вопросам гонок, не в справочную, а ко мне. Расскажу много интересного. Добро пожаловать в реальный мир. Если знаешь, где искать, найдется все. Гонки на выживание, скользкие трассы, бои без правил. Здесь крутые гонки, и здесь крутые бабки. Круче всего здесь особая трасса, где катаются только ребята из профессиональной лиги. Там деньги и славы как грязи, но туда берут только мачо. И только через друзей.
Я тут самый лучший друг, так что не зли меня, приятель. Лучше познакомься с Томми. Он на вид даун, а так гений. Он чинит все. Привет! Если Рэйчел разрешает, заезжай ко мне. Всегда буду рад. Пошли, я гараж покажу. Это твое царство. Самое настоящее царство запчастей и шестеренок. А еще тут есть полный набор инструментов, так что можно и тюнингом заняться.